стать разработчиком. Стать лучшим футболистом. Я тоже стать лучшим футболистом. Мечты у этих мальчишек самые смелые, и в них непременно звучит «стать лучшими». С ними они справятся сами. А вот менее масштабные желания им пока помогают исполнять взрослые. Например, новые школьные костюмы к 1 сентября Курганскому областному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних вручили сегодня представители магазинов «Мужская мода 007» и «Мэнс» индивидуальный предприниматель Захарка. 120 единиц товара стоимостью почти 150 тысяч рублей. Просто так, чтобы эти дети поверили. Верили, добро существует, а забота и теплота – это не просто слова, а конкретные дела. Те эмоции, когда покупают новую канцелярию, те эмоции, когда тебе покупают новую школьную форму, и ты ее 10 раз примеришь перед тем, как одеть 1 сентября, и ты счастлив даже от того, что это 1 сентября у тебя случится, и ты весь красивый вместе с друзьями будешь стоять на линейке 1 сентября. Вот это самое ценное, то, что дети будут счастливы, то, что дети будут красивы, то, что у них из детства эти эмоции сохранятся на всю жизнь. Здоровья пожелаем, да? Да. Все, спасибо. И скажем спасибо, да? Да. Давайте, 3, 4. Спасибо! Спасибо!